как было сказать? Который хочу поболтать. Давайте. Задавайте, дівчата, тільки задавайте, ну, і нормальні питання, і ми можемо вам... Нормальні хлопці. Нормальні якісь питання. Мафі, ви подивіться на цю собаку. Ви подивіться на нього, який він гарний. Просто булки. Сладкий булки. Це мафі. Це мафі, давай. Піздуй. Где живете? Киев. А ты такой, знаешь, иноагент такая. Киев. Далеко от вас. Да. Марго, здравствуй. С тобой поздоровался один очень знакомый тебе человек. Кирилл? Привет. Почему ты подписан Рекрут 49? Потому что он скрывался. Возле железной дороги, да. Мы живем в трейлере. Возле жилья. Реально очень, очень слышно, кстати. Да? Пиздец, как она едет, твой поезда. Мамулька звонит. Извините, веду Киев. В какой стране? А в какой стране Киев? Украин, you know. Пока. О, подивіться, хто прийшов, Раша, Параша. Да, все верно. І тобі, Мафі. Мафі, поздоровайся з підписчиками. Мафі, що це мокре? Нос твій. Ну що? А, ви правда в Києві? Ні, блядь, ми спізділи вам. Хочеш кофе? Да. Нам тоже. Киев — столица мира. Все верно. Твоя собака. Нет, подружки. Маффин. Да. Кто-то знает Маффина? Ну, я же говорю Маффин. Кто ты звезда, Маффин? Я думала, Маффин успел обрести знакомство. Вот это я хочу. Вот это и Маффин хочет. Просто многие... Можно, чтобы меня тоже видели люди? Спасибо. Задавай же цікаві. Цікаві питання, може, про дружбу. Братську дружбу. Ми будемо вам... Ми знайомі вже, скільки? Мені 21 буде. 7 лет? Угу. Охренеть. Что ты тут делаешь? 7 лет. Привет, Зейхова, вы вместе с Киева. Ой, Никита, привет! Ты со мной не хочешь общаться. Чуть не выплюнула. А как ты нашел меня здесь? Никиточка, как дела? Почему ты не хочешь со мной болтать? Я тебе все время пишу, но не хочешь. Марго, тебе скучно. Який улюблений український бренд? Він ще не вийшов. Засчитано. Просто многі українці приїхали в Грузію. Я подумала, теж приїхали. Ні, ми не приїхали, але Грузія – дуже прекрасна країна. А де познайомились? В школі. Лучше б'ють питання, ніж про дружбу. Нормально так. Ого. Ми не розбираємося в б'ють темах. Не, мне там пару девочек задавали вопрос. Ты когда-нибудь делала футджаб? Что? Футджаб, что такое? Я не знаю. Девки, покажите фигуру. Курс. У нас есть... Никита, так я вижу, что ты здесь. Ты меня здесь убиваешь. Де вчитесь? Я на аэрофаке. Що це по фуджам загуглив? Я не знаю. Ти загуглив? Ну, як це так виглядить? Покажи ту, що слева від тебе. Так, блядь, ще хтось є? Лево, право. Консилер для лохов или порядочных? Порядочных. Загуглив. Ну що, я же жду фігуру вашу. Никита, ты мне не отвечаешь, какая тебе фигура? Блядь, загугли же такой фуджаб. Никита, что такое фуджаб? Ты по-любому знаешь.
Как ее зовут? Меня? Лера. Ой, это какое-то порно-видео. Я же сказала, что я не хочу такого.